Здорово, я Денис. Я озвучиваю сценарий, который написал Миша. Видно, ему лень. Сегодня я расскажу вам, как сделать свою локализацию к Телеграму. К примеру, как вот это. Для начала нам нужен смартфон. Подайте мне его. Спасибо. И на нем должен быть Telegram X. В обычном Телеграме такую штуку сделать невозможно. После скачивания и входа в свой аккаунт зайдите в настройки и потом язык. В верхнем правом углу нажать на знак вопроса и выбираем создать. Пишите локаль. Это буквы, которые описывают ваш язык. Нужно написать незанятый, например, mt-mt-ru-rl-p-pu. И теперь задерживаете на языке unknown и нажимаете редактировать локализацию. И теперь самое сложное, вам нужно переводить каждую фразу с английского языка и делать таким перевод, каким вы хотите его видеть. Ну а если не хотите тратить свое время на перевод каждой фразы с английского языка, плюс некоторые его не знают, вы можете скачать марсианский Telegram по ссылке в описании и настроить его под себя. Спасибо за просмотр, делайте свои локализации и подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть еще больше туториалов. Пока! Пока!